Всем привет! И ты попал на канал Вилка. А это значит, что нужно ли себе че? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы с тобой сегодня смотрим клипы и, соответственно, снимаем на них реакции. У нас будет небольшая группа видео реакций на клипы, какие-то моменты из сериала «Постучись в мою дверь». И Виолетта. Потом у нас будет не реакции на сериалы, какие-то элементы и моменты из Виолетты. И еще у нас будет реакция на клип Сабрины, которая играет Майю в сериале «История Райли». Вот так вот. Вот. А сейчас у нас на очередь вот этот клип, который ты уже видишь, кадр. Это клип, который... Песня, клип, на которой написана была специально для сериала. Вот этой актрисы рыженькой, я так понимаю, которую зовут Башак. Если Тимур такой, я вообще не понял, а где она снималась? Он такой, а чё за актриса? Мы её видели? Я её не признал, если честно. Она у неё... Просто в сериале у неё волосы такие волнистые какие-то. Я говорю, а здесь, что? Это Перил, говорю. Это рыженькая из офиса. Он такой, нет, не может быть такого. Я говорю, она поёт. Вот, а здесь у неё волосы по-другому лежат. И как бы, знаете, для мужчин, когда волосы лежат по-другому, женщина как будто совсем уже другая. Поэтому я её и не признал. Вот, соответственно, это Перил, актриса. И поэтому, вот... если вас, ваш мужчина путает вас с другими женщинами на улице, вы знаете, почему это? Потому что у вас прически одинаковые. Так-то да. Да? Так-то жизненно, я бы сказал. Вот, в принципе, я, наверное, сказал все. Смотрим. То есть ты с кем-то путал меня, что ли? Я ни с кем тебя не путал, потому что я из дома не выхожу. У меня лайфхак есть, чтобы не путать. Кошка прошла. Сзади. Субтитры есть. Русские? Да. Хорошо. Ну, вообще другая, да? Вообще другая, я ее не признал, конечно. Так, это про Серкана. Это про эту. Че это? Это она про себя? Прямо смотри, как название сериала.
мать моей, но Лорду Чалсан КПМ. Ну, очень красиво. Красиво поет. Знаешь, вот вроде бы тут про любовь, вот это все, а вот она поет так, как будто про что-то вообще высокое. Прям вот, прям про что-то такое глубокое. Драматичное. Вот. Да, прям вот и в ее тембре, в, возможно, в... Еще музыка такая. Такая глубокая тоже. Да. Мне очень понравилась музыка. Да, ну ты, кстати, была права, судя по всему. Это песня про Серкана и про Эду, а не про нее, потому что, ну... Ну, как бы, у нее не было любовной ветки такой. Ну, мы не знаем, была ли у нее такая ветка или нет, но, судя по всему, да, все-таки про Эду, потому что они там вот с ненавистью у них все началось, потом она такая, типа, в обиду не дам, а потом вот постучись в мою дверь, как бы, как говорится. Прикольный клип, на самом деле, красивый, красиво поет. Красивый. Похож, опять-таки, на татарский. Но больше, я скажу... Чувствует свои корни. Чувствует свои турецкие корни где-то, видимо. А, есть, короче, какая-то песня, где-то, наверное, 2005-2010. Вот там как будто такой же мотив. Я ее сейчас, конечно, не вспомню, но я точно ее слышал. Вот она была какая-то похожая. Как будто, может быть, ты... Камкафо, тун-тун. Да, примерно она. И было бы прикольно, если бы вот здесь в клипе на гитаре играл тот чувак, который планшет держит. Я бы был рад его видеть, чтобы у них там тандемчик был, потому что он, в принципе, прикольный. Вот. Ну, и я, в принципе, наверное, сказал все. Ну, да. Дальше. Следующее видео. Фанатское видео по тоже сериалу «Постучись в мою дверь» с песней самого же сериала непосредственно. Посмотрим, на что вообще способны фанаты и могут ли они делать что-то качественное. Давай смотреть. Ты что-то сказать как будто хотел. Я потом скажу. Ладно. Ладно, сейчас давай. Короче, я очень люблю фанатские видео, на самом деле. Если вы не смотрели или, может быть, смотрели сериал «Скам», когда он был очень популярный, я еще училась в школе, типа класс 10 или 11 там был, по-моему, 10. Он был очень популярный, и там просто кучу делали фанатских видео. А ты делала? Нет, но я их смотрела, и мне кажется, я все пересмотрела просто. Это, знаешь, раньше же как это называлось? Вот это вот делают, когда фанаты АМВ вроде как-то вот там три буквы было. Там, да, есть какое-то сокращение. АМВ вот. АМВ вроде как-то оно так сокращалось. Не знаю, правильно ли оно читается так или как-то по-другому, но я помню, что вот это вот смотришь этот нарезку по Наруто, и вот это АМВ в конце. И это я запомнил. Опа! Спойлеры! Ну, красиво. Блин, сколько всего они у нее это переживут. Чу, козёл. Так, закончим с того, на чем начали. Он чё, уйдёт к своей этой дуре, что ли, вот этой вот? Thank you.
Ну, очень красиво сделано. Чуть-чуть за другого еще не вышел. Я вообще в шоке. Вот это Санта-Барбара тут оказывается. Все друг с другом переженились. Капец, реально столько всего произошло. Теперь интересно дальше смотреть. 200 серий. Да. Саркан? Блин, ну это вообще, ну, уже что, заинтриговано. У нас всегда по ходу видео с ПВМД останавливаются на его лице. Да, реально. Ну это что за косяк, я не поняла. Что скажешь? Он должен был адекватным быть, весь сериал. Что это такое? Ну, персонажи меняются. И она тоже как бы сначала говорила, не трогай меня, а тут нам что показали? 500 раз его всего уже обцеловал со всех сторон. А говорила, не трогай. Так что, видишь, она тоже изменяет своим словам. Она его трогала сама. Вот. Блин, короче. Видео прикольное, красивое, но мне один момент не понравился. Где он? Вот ее предал, видимо, да? Вот мне тоже он не понравился. Мне не понравилось, знаете, я, конечно, понимаю, наверное, для кого, особенно если ты знаешь турецкий, для, возможно, какой-то атмосферы, местами, где у них была речь, музыка убавлялась по звуку, и вот это их речь. И она такая какая-то тоже тихая и невнятная, и вот это как будто лишнее. Если бы все просто если на одной бы мелодии... Если бы перевод был какой-нибудь, типа, на да, они бы хотя бы речь эту сделали погромче, ее же тоже не слышно. То есть они убавляют и звук песни, и они сами тихо говорят. И в итоге как-то не очень. Там шепот был. Везде? Да. Нет, мне кажется, если бы вот все было на одной волне музыки, без вот этого убавления, да плевать, что они там говорят, то мне кажется, просто так было получше. Но это мое мнение. Вот. И еще хочу сказать, что это, кстати, с первой серии по 39-ю, судя по всему, только событие. Судя по всему, офигеть! Раз тут так написано. Вот. И еще что я хотел сказать: тут моментами такие сцены показывают, такие кадры, как будто это уже не сериальные сцены, а сцены из жизни уже, да, знаете? Да. Потому что вот, ну, часто бывает такое, что актеры, ну, которые снимаются там в фильмах, сериалах, тоже начинают строить реальные отношения. То есть они там сначала в фильме отношения строят, а потом в реальной жизни. У них, по-моему, тоже что-то такое было. Я это не знаю. По-моему, да. Вот, и в реальной жизни. И вот здесь эти все сцены, где они там на берегу, на какой-то горе, там, с видом на море, но собачки и все такое. И ты такой смотришь, и это так не похоже, как будто на сериал, что это как будто уже их реальная жизнь, и они такое ощущение, что вот это все перетекло в уже, ну, в что-то большее. Это так странные такие у меня ощущения вызывало это на самом деле. Ну, интересно. Если вот. Это 39 серий всего, а там нам столько показали, что я думала, это за все 300. 200. За 200, но как бы... Только всего. Я говорю. Уместилось. Я говорю, во-первых, видишь, какая Санта-Барбара. И с тем поженимся, и с этим поженимся, а потом и с другим поженимся. То есть ты ее осуждаешь, да? Нет, я осуждаю его. Я никого. Я вообще никого не осуждаю. Я просто говорю свое мнение. Ладно, мы еще не знаем, что будет, но как бы. Вот, видишь, я сужу, потому что я видела. Я сказал то, что это Санта-Барбара, во-первых. А во-вторых, как мы уже заметили из просмотренных серий, сколько мы там, 5 серий посмотрели, тут все очень даже динамично и активно двигается, поэтому, возможно, в 40 серий такой сюжет уложить реально. А может, это просто ошибочно написали, откуда ты знаешь? Не знаю, ну ладно. Короче, было интересно, я люблю такие видео, было, мне понравилось. Было мило, было красиво, очень прям душевно на самом деле. Еще обработка такая, да? Такая... Киношная такая. Такая какая-то это... Такая вот... Какая-то... Типа сепия. Вот что-то такое, но немножко коричневый оттенок придает, да.
Вот, ну ладно, дальше. Дальше у нас клипы, песни, выступления уже сериала. Живые выступления из сериала «Виолетты». А здесь мы посмотрим, как ребята действительно выступали с этими песнями из сериала вживую. А где? Так, он бит, я помню, мы смотрели. Ой, Милан? Наверное. Ну, отжигают. Я помню, как в клипе была эта песня. Здесь надо не хуже зажечь. Как-то ничего себе зал огромный. Ведра это такие детские из песочницы украли. Скажу. А может, видимо. Ну, прикольно. Ой. Хочу, чтобы на каком-то хотя бы кадре остановилось. Слишком это. Вот этот. Нормально. Короче, неплохо. Впечатления? Мои впечатления неплохо. Неплохо выглядит. В клип, я помню, про On Beat был более живее, был более интересный, на мой личный взгляд, чем живое выступление. Но живое выступление тоже прикольное. Все-таки, ну, когда одно дело, когда ты вживую делаешь вот эти все манипуляции, тебе надо с одного раза, как бы, а когда ты клип снимаешь, ну, там, наверное, можно склеить, монтаж сделать, там подыграть, тут подыграть, и совсем другие условия, поэтому можно сделать покруче. Но выглядит неплохо. Есть пару моментов интересных. Когда, короче, Виолетта бьет об этот барабан, она прям так лицо напрягает, как будто она реально со всей дури бьет, хотя они даже не прикасаются особо, они просто, ну, типа, там, тык-тык, вот так вот палочками. Она такая, типа, прям со всей... Ну, отдается? Ну, да, да. Ну, одно дело отдаться и реально ударить, а другое сделать вид, что ты отдался и не ударить. Вот. А второй момент по поводу плюса этого, я думаю, здесь, наверное, наложили, чтобы нормально был звук. Либо, возможно, они пели на
каком там испанском языке, а нам здесь, возможно, я просто не до конца понял, что это за язык здесь нам пелся. Возможно, здесь другой язык просто. То есть в оригинале они пели, наверное, на одном на концерте, а сюда наложили другой, ну, как вариант. Вот. Но это крупнейший, наверное, какой-нибудь концертный зал в Милане. То есть вот настолько, видишь, у них большая и фанатская база, и большие концерты. Я сразу словил, знаете, типа, мысль тоже, пока смотрел, что у нас такая же, наверное, ну, не такая же, поменьшенная фан-база была у Ранеток. Они тоже пели, и потом же тоже выступали. Я, кстати, недавно только узнал, что Ранетки реально выступали. Вы представляете? Я думал, они тоже просто в сериале вот это снимались, и все. А у них еще и выступили. Просто подруга ходила на Ранеток и рассказала недавно ему эту историю. Я вообще в шоке был, что тут еще на концерт кто-то ходил, на такие еще не существовали. Вот. И, соответственно, тоже, видите, в Ранетках пели, и тут пели. Ну, наверное, Виолетта пораньше появилась, хотя не знаю. Ну, Ранеток тоже были, наверное, вот такие вот, типа... Банда. Ну да, конечно, там вот этот вот наплечник, наверное, тоже здесь вот так Ранетки написано. Тут все, и тоже фанатская база, и они, наверное... Какой там у нас самый известный концертный зал в Баскве, как он называется? Лужники. Вот, наверное, в Лужниках выступали тоже, а здесь по-моему, в Милане... По-моему, они выступали там. Ну вот, ну, вот. Короче... Примерно яблоко от яблони, не знаю, кто кого скопировал, но что-то похожее в этом есть, я считаю. А мне напоминает, это, знаешь, что не просто концерт, вот как мы ходим на концерты всякие, а как будто это какой-то ВК-фест. Типа, или, ну, что-то с Диснеем. Типа настолько лайтово. Типа, просто праздник для детей такой, типа... Ну, хотя да. В зале было много взрослых довольно-таки. Ну да, я помню. Мы там все время детей показывали вот в этих смешных банданах. Типа, я думаю, что за лагерная туса какая-то. Блин, было бы прикольно, если бы там какой-нибудь мужик такой лет под 40 тоже в бандане такой... Это! Да. Люблю тебя! А так... Ну, я все сказал, наверное. Не, мне понравилось, прикольно, все, что... они все равно хорошо поют. Все, что мне в голову пришло, все, что я о чем подумал, я вроде все сказал. Давай. Надеюсь, дальше. Ничего не забыл. Следующий тоже клип, выступление живое, сэр Мейер. Мейер, это же мэр, типа, если я не ошибаюсь. Это мейджор, наверное. А, ну нет, это мэр, скорее всего, не знаю. Короче, тоже живое выступление. Я, честно, этого клипа, этой песни не помню, чтобы мы слушали. Возможно, сейчас послушаем и вспомним. Так, мать, погромче. Я помню это. А, да, я помню, тоже вспомнил. Какая у нас память, а? Всем приветики передаем. Вот так тоже можем. Типа на концерте побывали. У Тимура руки, конечно, во весь экран. Надо этот... Вот так сделать. Вот так же делаю? Да-да-да. О, движ. Да я уже вам помахал, ну чё вы? Как у нее, можно я немножко это сделал? Ты посмотри на ее мимику, у нее так интересно. Я не знаю, все лицо работает. Ты вообще это видел, нет? У нее как будто одна часть губ... Тимур, мышцы называются. Да вообще, нет, реально, у нее типа вот здесь губы отдельно своей жизнью живут. Здесь эта сторона отдельно, и еще, короче, отдельная верхняя часть лица. Смотри внимательно. Я готов даже это замедленно повторе сделать. Ты что, серьезно? Давай вот так, смотри. Ты отдельно замолвишь. Офигеть. Она
так мыслить? Я не знаю, это годы тренировок, никак иначе. Человек просто вокалом занимается. Такие счастливые, да? Как тебе? По-моему, прикольно. Вот этот клип, вот это, я не знаю, это зал и сцена, похоже, одни и те же. Возможно, это два выступления в одном да, мероприятии. Да. Но этот мне понравился больше, если честно. Чем он бит? Да. Потому что он был более какой-то, как будто бы богаче он выглядел. Он как будто такой прям вот. Мне нравится, что они на разных уровнях еще танцуют. То есть здесь как-то вон бите, они как будто были немножко скованы и привязаны то ли к этим ведрам, да, то ли вот к чему-то. Они как-то вот вроде бы пытались, но вот нет. А вот здесь они прям так легко вот чувствуются. Разошлись. Да, чувствуется вот эта легкость к залу, к пению и к движениям. Как-то вот оно вот здесь поинтереснее, посвободнее, покрасивее и побогаче смотрелось. И танец у них такой. Легкий. Да. Не надо было. Мне больше нравятся люди в зале. Типа, которые такие. И прям такие живые эмоции, и все такие счастливые. Наверное, там офигенная атмосфера в этом зале. Да, ну, конечно. На концерте. А еще там, короче, плохая вытяжка, вентиляция, все такие потные сидят, короче, липкие, все, запах амбре. Потому что они тоже поют и танцуют на местах. И там были две девчонки, которые стояли прям, ну, типа, в ряд. Там наверняка сзади люди сидят, а они стоят. Я вообще таких людей не люблю. Ну, по факту. Хочешь потанцевать, выходи, вон тут дорожка есть. Надо так по голове таким бить сразу, чтобы они сидели на месте. Ладно, а так клип хорош. Дальше. Продолжаем с вами всю эту виолетную историю. Первые сольные клипы певицы Тини, если я правильно ее читаю, уже после окончания, соответственно, сериала «Виолетта». Что за полуголая женщина стоит? Вот именно что полуголая, не полностью, значит, все пропускается. Разрешаем. Рамки соблюдены. Блин, я сейчас немножко сразу остановлю, просто, знаешь, вот здесь вот это, она такая, вот эта вот романтика, драма, и она так еще читает, типа, да, и мне это Бахти напоминает, типа, вот эти вот. А мой любимый, а что ты там, как там, я забыла 10 лет спустя, а как началось? Надо переслушать. Мы дружили, что-то там просто. Нет, вот здесь вот, вот этот вот момент, который ты сейчас описываешь, он такой динамичный как раз-таки. А у него есть в какой-то песне строки, где он тоже такой прям уныло, прям вот этот такой та-та-та-та-та. И потом вот это начинается, типа, да потому что мне осталось там вот эта вот грустная драматичная любовь. И срём педасом и курасом.
soffrì. In esa última lágrima de dolor, volví a ver la luz que me salvó. Esa luz que vive dentro de todos nosotros. Просто субтитры. Вообще другой вайб. Ну, повзрослела. Так, Майк, давай, не сильно кричи. Ну, вообще красивая картинка. Классное место. Прям. Ах, как она. Recuerdas las tardes soñando volar, tu mano en mi mano mirando el mar. Cuesta entender por qué me haces llorar. Noche sin piedad en la oscuridad. Вообще пушка. Клария. Короче, мне понравилось, и знаете что? Мне понравилась, во-первых, внешность молодого человека, очень красивая, прям вообще нереально красивая, наверное, какая-то модель. Какая-то. Где вот это? Мне очень понравился визуал клипа, это вообще что-то нереальное, это показывает ее многогранность, то, что мы видим в Виолетте, она такая девочка-девочка, очень такая. Ну, Виолетте, ты как бы, а это уже как бы Виолетта... Дай скажу. Такая девочка-девочка, а здесь она такая дерзкая, и вот эта вот дерзость мне больше нравится. Ну, как бы, мне просто ближе такое, что в кей-попе мы смотрели, G-Idol, если не смотрели, посмотрите, клипы, где они такие все дерзкие, что здесь вот этот вот момент с краской, где он стоит в красном свете, такое его поливают... Это вообще просто разрыв сердечка. Офигенно. Очень красиво. Я так понимаю, песня про расставание. Что говори? Я все скажу. Точно? Да.
хочу напомнить, что это уже после окончания Виолетты. Ну, конечно, там сколько лет прошло, поэтому она и повзрослела, и... Нет, но она могла продолжать эту, доить эту корову, вот эту, и играть на детях. Вот смотри, ну это все, как сказать, здесь такой момент, я тоже об этом думал, пока я смотрел клип, на самом деле, смотри, прикол, рассказываю максимальный, у меня в голове он сложился хорошо, поэтому ты тоже быстренько пойми. Вот нам показывали это лайв-выступление сейчас там Виолетты, где детишки такие, классно, да? Но эти же детишки смотрят этот же клип и говорят, уху, типа, а почему? Потому что прошел возраст, и Виолетта выросла с Виолеттой, ну, Тини, ладно, выросла с Виолеттой, да, там, ей там, предположим, 16 было Виолетте, стало там 25 вот здесь, ну, я утрирую все это. Детишки-то тоже, им было там, ну, 12, предположим, а стало 22, вот, и все, и они тоже, им вот это уже больше нравится, чем там вот эта вся история Виолетты, скорее всего, то есть она могла быть актрисой одной роли. Нет, подожди, вот я к тебе что веду. То есть она прям вот вместе со своей целевой аудиторией, которая ее на тот момент смотрела, она с ними продолжает этот путь. И целевая аудитория растет, и она растет, и все, и все она вот просто это... дает то, что от нее хотят. И эта фанатская база с ней идет, потому что, ну вот, пройдет, ну там, Виолетта закончилась, предположим, да, будут новые вот эти 12-летние детишки. Они уже не будут смотреть эту Виолетту, потому что, во-первых, много нового выходит, во-вторых, это более качественная выходит не в плане там по сюжету, по картинке, а в плане 720. Виолетту уже там, ну, не будут показывать в том же самом Full HD, потому что, ну, даже мы это не можем найти сейчас. А на телеке будут показывать Full HD какую-нибудь свинку Пеппу, вот это все, и они вот это там посмотрят, и такие, типа, вау, классно, и все. И поэтому она правильно делает, и я не знаю, специально или случайно так происходит, но она реально со своей вот этой фанатской, скорее всего, аудиторией, они растут, и она растет, и все классно, потому что, ну, новые, я сомневаюсь, что, возможно, есть, конечно, какие-нибудь там новые ребята, которые в ее фан-базу входят, но я уверен, что их уже, ну, меньше и меньше с каждым годом, конечно. Вот, потому что им уже другого надо подавать, им надо подавать. Что там сейчас молодежь смотрит? Не знаю, фиксики. Не настолько молодежь. Подростковая молодежь. Подростковая молодежь смотрит «Отбросы». Нет, «Отбросы» Эйфорию. Эйфорию смотрит. Вот всякое такое, соответственно, на это вам уже не Виолетта совсем. «Отбросы» это еще мы смотрели. Что касательно клипа, клип классный. Клип классный, по картинке вообще, конечно. Это прям вам, да, это, я не знаю, они подзапарились, они сделали все красиво, прям вот смотреть хочется, очень вкусно, аппетитно. Не хочу обижать Виолетту, но это, конечно, вам уже тоже не Виолетта. Это вам не Виолетта, вот. По музыке тоже красиво. Опять-таки, прям, не знаю, напоминает вся эта история с Бахти. У Бахти тоже есть какая-то эта песня такая же. Начинается она грустно, расставание, разлука и боль. «Будь ты ветром»? Ты про эту песню? Не знаю, я не помню. Мне надо услышать. Я же не такой на ухо этот развитый, да. Вот, парень симпатичный. Но, кстати, еще один момент вспомнил, сразу скажу. Захотелось Бахти послушать. Послушаем. А у нее здесь другая прическа? Вы вообще это видели, нет? У нее здесь другая прическа. Я ее сначала тоже не узнал. Если бы она здесь была еще с кем-нибудь, я подумал, что это не она. Короче, вот эта прическа... Нет. Вот вообще не она. Вот это... Вообще не она. Вообще не похожа. Я ее реально не узнал. Так это разные люди. Ты мне не ври. Это разные актрисы. Ты мне не ври. Я серьезно говорю. Короче, вот. Певица играет. Но у нее здесь внешка тоже такая симпатичная. Прям вот, ну, тоже... Красиво все сделано, прям так, да? Да нигде плачет, просто в целом в клипе очень симпатично она сделана. И прическа у нее тоже хорошая, вот. Такие дела. Еще одно из первых клипов Тини уже после окончания, соответственно, на Виолетты. Да. Подряд смотрим. Запускаем. Погнали. Нормальный у вас мотивчик. О, что это? Турция? Турция, похоже. Опа. Ой, здесь у нее прическа каре. Ей очень идет. Я говорю, опять другой человек. Да что, хватит менять эти прически вообще. Это же как... Это не она. Да, это во-первых, она. Это Перил. Нет, это точно не Перил. Перил я за Париже, как минимум.
Прическа поменяла, покрасилась. Короче, реально, я не знаю, они всегда по-разному выглядят в разных пришлых. Да ну, что ж, мне так... кажется, Кара ей очень идет. Вообще другой человек. Угу. Так, мужик какой-то. Опять мужик. Другой? Тот же. Образ ничего такой. Здесь уже про уверенность поется. Тоже про любовь. Она, короче, просто Бахти в один момент переслушала, и все, и пошла вот эта любовная ветка. Хочу так же. Хочу так же. Это как я, Бахти переслушал и пошел писать стихи про неудачную любовь. Да, неудачную. Неуспешную. Неуспешная любовь. Неудачная. О! Настолько она ему не понравилась, убежал. Давай, не бегай за ней. Какой знакомый мотив. Ну это вообще какой-то Unreal. Да-да-да. А ты думал про футболку? Нет, я думал, это платье. А. Опа. Что такое? Это же все. Короче, клип обрезан, потому что она удалила его. А, да, точно, да. Она его удалила и сказала, не хочу видеть, мне не нравится моя корешка, чтоб никто больше в жизни мою корешку никогда не видел. Вот так вот она захейтила свою корешку. Но мне тот клип больше понравился. Тот покрасивее. Но внешность у нее очень красивая. Объективно подумаем, тот покрасивее просто сделан. Видно, что там и финансов было вложено побольше. Там и... локации интересные, сюжет другой, продуманный. Да. И вот эти все эффекты. Здесь, что можно сказать? Симпатичная песня. И то мотив какой-то знакомый. Я как будто у кого-то такую песню уже слышал. Бритни Спирс какая-нибудь, не знаю. Вот. Вообще не то. Да вот здесь вот, знаешь, вот этот переход. Сейчас давай я тебе включу. Сейчас я тебе скажу. И ты скажешь, откуда это. Дуа Липа. Нет, сейчас. Блин, походу раньше было. На английском пожалуйста. Перевод. Короче, где-то у стены было, я помню. Вот здесь. Да это любая английская песня. Нет, вот там именно есть такое, что такое немного где сейчас. Да ты не вспомнишь, что... Я не вспомню, я вспомню. А, песню не вспомню, в смысле? А, ну да, наверное. Ладно. Короче, вот, неплохой, ну да, первый был покруче, поинтереснее. Здесь внешку просто поменяла. Тимур опять ее не узнал.
Всегда. Да, не так много, видимо, бюджета в спецэффекты потратили. Но песня ничего такая, в принципе. Единственное, знаешь, какой момент я хотел сказать? Что в первых... Ой, помнишь, мы смотрели клип тоже от Тини, но в... он там было лайв-выступление, одно из последних типа ее, где я еще говорил, что у нее пластика была и все такое, помнишь? Mm-hmm. Вот, но мне вот здесь ее внешность, вот сейчас, нравится прям вообще очень больше, чем вот потом. Mm-hmm. Не знаю, что там с ней случилось. Ну вот здесь вот она такая прям... Миленькая. Миленькая, да. Ну прям все чувствуется живое, настоящее, красивое. Ну ты любишь просто такое. Не знаю, все. Дальше у нас также Тини, но в исполнении песни из мультфильма Frozen, да? Да. Правильно я сказал? Посмотрим, как она его спела, посмотрим, насколько красиво, насколько что. Возможно, тут будут мультипликационные какие-то вставочки. Было бы прикольно, кстати. Что? Мультипликационные вставочки. Ну, сейчас увидим. Да, чтоб красиво пел. Вау, наряд какой красивый. Волосы отрастила, смотри. Ну хорошо, она спела. Да. Но на самом деле у меня пока она пела, у меня в голове еще русская версия крутилась. Перевод.
Что скажешь? Мне понравилось. Мне понравилось, что были все-таки вот эти мультипликационные вставки, потому что без них было бы не то, как будто. Ну да, да. Ну знаешь, вот эта вот песня. И вот это вот неожиданно, что она появилась в таком наряде. Вот эта вот песня, она в принципе хороша. Вот, вот мне кажется, да. на каком языке не спой, она хороша. Вот это вот либресой! Либресой! На-на-на-на-на-на-на. И, соответственно, что вот этот вот, вот именно мотивчик, сам вот этот вот такой будоражащий, вот на русском споешь, на английском споешь, вот на этом споешь, и он на всех языках... Эту песню не испортит, мне кажется. Не, ну можно, если ты не умеешь петь. Если ты не умеешь петь, да. А так вот этот вот, знаете, вот этот вот либресой. А вот просто этот, культовый уже какая-то. Вот этот вот резкий, вот этот такой динамичный переход, он прям вот мурашки прям, покрываешься мурашками, тебя прям вот в дрожь бросает, потому что, ну, это такая вот сама мелодия по себе прехорошая. Да. Но, никого, конечно, обидеть. Она хорошо спела, молодец, мультипликационно хорошо. Наряд не понравился, сразу скажу. Вот это? Да, не понравился. Можно было получше сделать. Но она сделать. Неожиданно в нем появилась, да? Да, она, знаешь, кого напоминает? Вот как это я тебе недавно говорил про нашу российскую сказку «Книга мастеров»? Да. Вот это так называется? Да. Вот она как будто оттуда вышла. Вот из нашего вот российского фильма «Книга мастеров». Вот что-то из этого разряда. Там вот Алёнушка, Баба-Яга. Вот не знаю. Наряд вообще не фрозен, типа мультфильма Дисней. И было бы что-то другое. Что-то можно же было... Обтягивающее платье какое-то. Да не обязательно вот это, которое, обтягивающее. Да, которое голубое. Вот у нее тут тоже вот это... Как её зовут? Вот, Булкан. Вот. Вот про это... Вот такой вот, да, было бы классно. А так она вот из книги мастеров, Алёнушка там какая-нибудь выскочила, я не знаю. Наряд, конечно, мне не очень понравился. Плюс ко всему этому, мне в России, опять-таки, никого обидеть не хочу, но российский вариант этой песни мне нравится больше. Возможно, потому что он русский, я его как бы больше понимаю, чем вот сейчас я послушал. Не знаю, мне... ну вот я говорю, она пела, и у меня просто русский перевод уже в голове был. Вот, но мне просто российский больше как бы версия нравится, а так хорошо спел. Это так. Дальше. Продолжаем с вами нашу рубрику реакции на клипы. У нас сейчас, так сказать, как это называется? Заключительная. Нет, я хотел сказать, это вот этот десерт, типа... Вишенка на торте, да. Одно единственное видео от... Или от Сабрины Карпентер. Тяжело читать. Вот, в общем, Сабрина Карпентер, Майя из сериала «История Райли», с ней играла главную героиню в фильме «Шаг за шагом», как я правильно понял. Соответственно, вот она играла там эту главную роль, и вот эту песню спела. То есть в ее исполнении, соответственно, лирик песня в этом фильме, да. Соответственно, клип или нарезка, не знаю, сейчас посмотрим тоже. Красотка сидит такая, конечно. Соскучился по ней? Конечно. А здесь девочка-то выросла, уж с мальчиками там обнимается. Ну не совсем, она такая. Все равно школьница. Потрясающе ты. Вот это похоже на фан-видео. Ну нет, не скажу, вообще классное видео. Так-то фанаты такие текста не делают никогда. Почему? Как это сделано? Просто хорошо сделано. Thank you.
Netflix. Netflix. А я, знаешь, что подумала? Я подумала, может быть, это не шаг за шагом, а шаг вперед. Не. Ну, явно что-то про танцы. Ну, это я понял. Где? Какой-нибудь кадр хочу стоять. Всегда ты пока рассказывай. О. Да, блин. О, вот такой. Хорош, красиво. Короче, мне понравилось очень даже. Он такой позитивный, легкий, ненавязчивый какое-то видео такое. Я даже забыла, что это поет она. Потому что я... Меня больше прикалывало то, визуальный что происходит. Да, да, да. Я реально... Я только сейчас поняла, что это она пела. Нет, она... Ну, во-первых, классно спела. Понравилось, красивенько. Но она тоже, она такая симпатичненькая, взросленькая и что я сказал? А, с мальчиками уже этот, обжимается. Повзрослела, видите ли, вот это все. Ну, конечно, и сколько уже, почти там 22, наверное, тоже где-то около того. Мне понравился, мне вообще видео ряд безумно понравился. Не знаю, очень классно сделано. Ну, ты любишь такое, да. Какое? Тексты вот эти вот всякие. Да не то, что те... Это... Только профессионал мог такое сделать. Любители такое не делают. Так-то да. Ну, здесь просто смотри, здесь так все хорошо сделано, вот это задний фон и все такое. Это же заморочишься это вывод вырезать, а все как-то. Поэтому зеленый фон, если есть, можно попроще это все сделать. Вот вопрос, был бы здесь зеленый фон или нет. Короче, текст мне понравился, то, что, ну, именно как вот это сделано. Выдвигается, там, да, вот это все красиво. Как будто бы, знаешь, смотришь рекламу. Где вот такое используется? Рекламу Adidas какого-нибудь, да? Да, там да, есть да, такое. Кстати. Вот, типа, рекламный какой-то ролик смотришь, и тебе что-то пытаются продать, но ты посмотрел целое видео и не получил, тебе продали. Mm-hmm. Продали, наверное, курсы танцев, пусть будет так. Вот. А, видеоряд, если убрать весь текст, тоже прикольный, на самом деле, потому что очень хорошие переходы, mm-hmm. очень веселые ребята, у всех такой движ, танцы, они все в движении. То есть это... Какая-то вот, я не знаю, либо пародия, либо ремейк, либо вот что-то такое, шага вперед как будто, да? Да. Возникает ощущение, да? Вот, у меня тоже это все возникло, но в шаге вперед как будто бы там движения но были... Это для олдов. Движения были тяжелые. Ты когда смотришь, ты чувствуешь, что это что-то так, они прям... Чтобы тебе повторить, тебе нужно 10 лет танцами заниматься. Да, а здесь ты смотришь, у них так все легко как будто. Они такие типа, уху, и все, у них все получается. Так как флешмоб, а там профессиональные танцы. Да-да-да, вот. Ну, вот как-то так, мое мнение. Так, в принципе, прикольно. Рад был увидеть ее повзрослевшую, наверное. Как-то так. Все? Все. Спасибо за просмотр, у нас получилось такое довольно-таки обширное видео, мы по ВМД посмотрели, и Виолетту посмотрели, и тех, и этих, как кто вырос, и Сабрину вспомнили, нашу Майю любимую, вот, спасибо еще раз за просмотр, поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе вообще серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, там общение, анонсы, и увидимся с тобой в следующих видео. Всем пока! Пока-пока!